Здравствуйте. Вот я иду в Озон. За стеклом опять стекло. Сашка сломал. Я видео выкладывала, как он стекло менял. И снова сломал стекло. Новые заказали. Всех с Пасхой. Просто видео нигде не выходит, но сегодня Пасха. Всех поздравляю с праздником. Очень сильно похолодало, реально. Я связала змейки. Сумар, трактор. И вам покажу. Если понравятся эти змейки, да, то вязать их целых. Напишите в комментариях. Я как это? Схему, короче, выложу. Со всех сторон обложили. Ветер поднялся не на шутку. Вообще-то раз не сделал, мне чуть не сдуло. Кошмар, ужас, ужас, кошмар. Да, сходила в Озон, собрала стекло. Чебурашка будет с ним делать. Ну, если будет с ним делать, то я покажу. Дубль 2. Потому что он уже один раз делал, я видео выкладываю. И он же его же и сломал. Полез туда зачем-то. Непонятно зачем. Все. Змейку, если кому-то будет интересно, напишите, я схему сделаю. Всем хорошего настроения.